Главным героем третьего дня 13-го международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Михайловны Леонтьевой от всей души стал народный артист России Виктор Сухоруков, известный по фильмам «Брат», «Брат 2», сериалу «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, он несколько раз сыграл создателя СССР Владимира Ильича Ленина. Был в роли и другого главы нашего государства Никиты Хрущева. Только в кино количество исполненных им ролей приближается к 100. Вместе с губернатором Алексеем Русских артист возложил цветы к памятнику Николая Карамзина, после чего Виктор Сухоруков ответил на вопросы молодых актеров Ульяновского молодежного театра и дал небольшой совет. Что бы вам ни говорили, хорошее, плохое, кто, одни будут благословлять, другие говорят, куда ты лезешь? Иди своим путем. Один из вопросов касался и нашего великого земляка Владимира Ильича Ульянова Ленина. Актер рассказал, что в образе Ленина для него было главное. Я попал в тот период, когда Ленин был не очень классический, и серьезный, и совсем не документальный. Поэтому мне и похвалиться особенно нечем. Но он у меня был гротескный. Но самое вот это главное – это страсть. Вот, знаете, как на коньках по песку. После встречи с молодежью и прессой актер сразу направился во дворец губернаторский, где позже у него прошел творческий вечер – моноспектакль «Счастливые дни». Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.